Фирменный, конечно, вот американский, ну, конечно, лучше читает. И детонация меньше намного на фирменном, чем вот на балансе. Вот слышно, как диск начинает раскручиваться. Потрескивание, это питы не попадают, не очень хорошо читает. Ну что, да дальше? В общем, от болванки зависит, насколько качественно звучать будет. Хорошая болванка будет хорошо звучать. И хорошо будет читать. В общем, читает, я бы сказал, на троечку он. Время много тратит. То есть болванка читает, если хорошо записана, хорошая болванка, то все хорошо. Если болванка ушатанная, то, наверное, не очень. Если фирменный, если диск фирменный, то совсем хорошо. Вот сейчас фирменный американский ставлю. И диск не слышно, ни детонации, ничего, все. Бесшумно, и сразу вот увидел, пошло. Ladies and gentlemen. Да и вообще на звук вот, американский диск лучше звучит. Это вот пиратка. У вас...
Ну, в общем, читать-то читает, и болванки читает. Вот, и насколько, какую болванку он качественно читает, зависит от самой болванки, от степени ее царапанности и от производителя этой болванки. Поэтому сказать, что прям вот он идеально читает, я не могу, но если читает, то может спокойно слушать. Подальше попробуем. То, что читает, он читает, конечно, уверенно. Вот он выезжает такой, вот, как-то задумчивый.